Окружной дом народного творчества приглашает югорчан на просветительское занятие «Лаборатория традиционного танца». От мастеров фольклора коренных малочисленных народов Севера участники мероприятия узнают о секретах и тонкостях традиционной хореографии обских угров. Этнограф Тимофей Молданов и народный мастер России Яков Тарлин научат всех желающих исполнять основные танцевальные фигуры мужского и женского танцев и объяснят, в чем заключаются их различия. Добавлю, что занятие пройдет 4 февраля в 16:00. Билеты доступны по пушкинской карте.